Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Днем рождения, пейцы! Днем рождения, пейцы! Христос воскрес! Воистину воскрес! Дорогие люди, я хочу от себя лично, от Ренату Усатова, поздравить вам с этим прекрасным праздником. С праздником, который воплощает нас в жизнь, радоваться, идти вперед. Мы с вами пройдем эти трудности временные, и мы будем идти вперед для развития нашего города. Я вам обещаю, что я никогда вас не подведу. И я, и Ренат Усатый, мы всегда помним и будем помнить о своих обещаниях. Люди нам верят, потому что мы выполняем и делаем то, что обещаем. Вас еще раз с прекрасным, светлым праздником. Господь Бог оберегает и охраняет нас. Спасибо вам за доверие. Мы вас не подведем. Thank you.
От консульства Украины в Бельцах хотел бы поздравить с этим с прекрасным днем, днем города, днем света, добра, когда все собираются вместе, поздравляют друг друга, когда этот праздник вне политики, вне всяких споров, ссор, желаю, чтобы это было одним из одной из возможностей объединиться людям, быть добрее и від, хотів би сказати щирою українською мовою, поздоровити також всіх співвітчизників, яких тут, як ми знаємо, як мінімум процентів 30. От, бажаю залишатися, мати свою ідентичність, але також разом не забувати, що ми всі дружні народи, що має бути контакт, дружба, незважаючи на те, що ти чи молдаванець, чи українець, чи громадянин іншої країни.